прямом эфире на канале ТВ5 Новости, в студии Алена Матвеева. Здравствуйте. И снова митинг. Очередной пикет. Под стенами горисполкома организовали несколько депутатов городского совета и представители антикоррупционного движения. С какой целью пришли и что хотели донести до депутатов, узнавали наши корреспонденты. К 10 утра возле здания горисполкома начали собираться люди. Большинство – это молодые парни. По их словам, пришли на митинг против коррупции. Конкретики добиться не удалось. Вы вообще с какой целью сюда пришли? Ну, не знаю, мне сказали, что тут проходит митинг антикоррупционного движения. Впрочем, против чего именно протестуют, некоторые участники так и не определились. Как вы считаете, что такое коррупция? Что такое коррупция? Да. Ну, не знаю, взяточность, нет. Варианты. Ну, я не знаю, ну, любые действия, которые, ну, я не знаю, конфликты с праводательной системой. Судя по всему, организаторы забыли объяснить участникам цели митинга. А вы вообще знаете, какая цель этого митинга? Цель митинга? Да. Конкретная? Ну, сюда же как-то вас собрали, зачем-то вам должны были объяснить. Ну, антикоррупционный рух, правильно? Спустя час участники митинга по команде организаторов начали расходиться. Часть молодых людей собралась возле девушки. У нее в руках листок с фамилиями и номерами телефонов. Список пытались скрыть. Девушка, покажите, пожалуйста, что у вас в руках? Что это такое? Молодой человек, что это такое? А? Что это такое? Это бланк людей моих, которых я собрал. Моих людей. Что? Людей. Людей? Но которые поддержали нас. Так, а для чего? Это без комментария. А почему? Просто без комментария. Станислав Печурин, Константин Параскевич, ТВ5. Сегодня депутаты городского совета собрались на очередную сессию. Там работает наш корреспондент Ирина Погоренная. Здравствуй, Ира. Какие решения уже были приняты и что сейчас происходит в сессионном зале? Вечер, студия. Сессия Запорожского городского совета до сих пор продолжается. Депутаты в данный момент рассматривают один из проектов решения, который касается установки летних площадок на территории возле кафе. В целом депутаты проголосовали с помощью блочного голосования уже где-то за 10 проектов решений, которые касались оказания помощи запорожцам, которые нуждаются в лечении. Одно из главных проектов решения, которое было принято, это о создании специальной контрольной комиссии, которая будет заниматься проверкой закупки продуктов питания в детских садах и школах Запорожья. Депутаты намерены четко контролировать и жестко контролировать работу этих структур. В эту комиссию вошли представители каждой из фракций, кроме представителей одной из политических сил «Новая политика». Депутаты к этому времени уже успели рассмотреть порядка 20 проектов решений. Последние вопросы, которые они рассматривают, это так называемые бюджетные сферы. В частности, депутаты внесли корректировку в ряд комплексных программ города Запорожья. Что касается программы образования, то эта программа скорректирована приблизительно на 200 тысяч гривен. Эти деньги пойдут на проведение проверок госстандарт метрологии и санстанций детского питания, которые намерены депутаты контролировать в детских садах и школах. Кроме этого, одним из последних проектов решения, которые одобрили депутаты, это проведение, план проведения Покровской ярмарки в городе Запорожье. Пока что на этом у меня все. Студия. Спасибо, Ира. А я напоминаю, у нас на связи из сессионного зала была Ирина Погоренная. О других решениях депутатов смотрите в наших следующих выпусках новостей. Место для детства. В Запорожье создадут жилой комплекс для домов семейного типа. Для этого будут проводить реконструкцию пустующего детского сада в Хортицком районе на проспекте Инженера Преображенского, 3. Депутаты горсовета уже выделили на это 6,5 миллионов гривен из бюджетных средств. Этот проект – новинка для областного центра. Каким он будет, выясняла Евгения Маловик. Приемная семья Натальи Цыганенко состоит из 6 дружных ребят. Раньше они жили в большой квартире на Донбассе. Но когда начались боевые действия, пришлось покинуть дом. Приехали в Запорожье. Говорят, ничуть об этом не жалеют. Сейчас снимают жилье в частном секторе. У нас комнат здесь немножко. Сразу после нашей семикомнатной квартиры, где мы там жили, здесь нам показалось, что это
как бы мало. Но с другой стороны, это нас очень сильно объединяет. И мы как-то, ну вот дружно, как-то вместе, как-то вот такие вот все сплоченные, все единые, как-то друг другу помогают, постоянно все на виду здесь, вот. Вместе тут устраивают, как называется, Украина моя таланты, тут танцуют все, разные всякие конкурсы. В мае истекает срок аренды, но семья не расстраивается. У них грядет новоселье. Они будут одними из первых семей, которые заселятся в новый жилой комплекс для домов семейного типа. Мы не то что ожидаем, мы уже, не знаю, наверное, уже год мы им живем. Мы уже мысленно, уже все живут на Бабурке, мысленно все уже живут на Советской 3. У нас Артурчик каждый день собирает вещи, собирает мечи и говорит, это на Бабурку. Мы говорим, да подожди, Артурчик, сейчас же еще тут поиграем, а потом уже туда. Наталья с детьми уже распланировали, как будет выглядеть их будущее жилье. Здесь это будет тут санузел, тут будет кухня, это будет такая большая-большая просторная комната, где будет все. И будет учебная комната, и комнаты для детей, а с этой стороны будет игровая зона и спорткомната. Ну и плюс еще две комнаты. Дома семейного типа – это семьи, в которых от 5 до 10 приемных детей. Для них и создается новый жилой комплекс. Этот бывший детсад в Хортицком районе вскоре станет новым домом для 4 многодетных семей. В нем проведут реконструкцию и капитальный ремонт. Инициаторы проекта стремятся создать здесь домашнюю обстановку. Будет перепланировка, которая будет предусматривать как минимум это 2 санузла, то есть это 2 ванные комнаты. Большая кухня, спальные места для детей, это должна быть игровая, небольшой спортивный зал там предусмотрен и хозяйственные комнаты, ну, которые необходимы просто для сохранения продуктов, либо каких-либо там вещей, то есть ну, то, что необходимо в домашнем хозяйстве. Это здание выбрано для жилого комплекса не случайно. Рядом есть необходимая инфраструктура, детский сад, школа, дворец культуры, достаточно места для прогулок ребят. К тому же вместе родителям таких больших семей будет проще, уверены инициаторы проекта. Жилье рассчитано на 4 семьи. Каждый выделяют по 270 квадратов. 2 дома семейного типа уже готовятся к заселению. Остаются места еще для 2 семей. Дети Натальи Цыганенко считают дни до новоселья. Евгения Маловик, Андрей Снесаренко, ТВ5. Мир не без добрых людей. 14 тысяч гривен было собрано на благотворительном концерте, который на днях состоялся в Бердянском городском дворце культуры имени Тараса Шевченко. Деньги предназначены для лечения 10-месячного Дениса Тарана, жителя курортного города. Родители и близкие делают все возможное для выздоровления мальчика, но для дальнейшего лечения и реабилитации малышу необходима финансовая поддержка небезразличных. Подробнее расскажет наш корреспондент. С 29 марта мальчик находится в Запорожской областной инфекционной больнице с тяжелым диагнозом острый менингоэнцефалит, вызванный вирусом простого герпеса. Болезнь сопровождается судорожным синдромом, отеком мозга ребенка. Сейчас врачи борются за его жизнь. Ребенок опять в тяжелом состоянии, к сожалению, хотя было уже улучшение. И каждый день опять нужны большие суммы для реанимации, а для дальнейшего восстановления тоже. Поэтому сейчас каждая копейка на счету, и то, что люди для нас делают, это просто ну, это вдох в его жизнь дальнейшую. Благотворительный концерт, на котором выступило более 10 творческих коллективов и отдельных исполнителей, организовали коллеги мамы малыша, преподаватели Бердянского государственного педагогического университета. Ирина Александровна, преподаватель нашей кафедры, кафедры прикладной психологии и логопедии. Когда мы узнали, что с Дениской случилась беда, мы в первую очередь помогли материально, но состояние не улучшалось. Мы собрали те творческие коллективы, которые откликнулись и сразу согласились участвовать в данном мероприятии. Отдел культуры очень помог и предоставил нам такую возможность выступить на большой сцене, собрать большой зал, большую аудиторию людей. Благодаря неравнодушным людям удалось собрать 14 тысяч гривен. Сегодня решается вопрос, чтобы Дениса отправить в Киев для дальнейшего лечения и реабилитации. На это также нужны средства. Помочь малышу можно, позвонив его маме Ирине. Номер телефона на ваших экранах. Наталья Никитина, Игорь Стрельцов, ТВ5. Запорожский мастер создает уникальные головоломки. Многие из них являются эксклюзивными. В некоторых странах мира технологию проектирования никто еще не повторял. Разминку для ума разработчик устроил и нашей съемочной группе.
Николай – разработчик деревянных головоломок. Необычным хобби мужчина занимается с самого детства. Настольные игры, геометрические фигуры, уникальные конструкции – все это теперь стало частью его жизни. Как-то изначально был у меня к ним интерес, еще со школы, с детства, потом, когда работал учителем математики, пытался вот детям давать что-то необычное, что-то новое, какие-то ребусы, какие-то задачки не программные, именно головоломные. Ну и как-то так это потихонечку переросло в более серьезное хобби. А сейчас попробовали уже выпускать головоломки и приобщать к этому других. Уже более 4 лет Николай проектирует головоломки любой сложности. Говорит, спрос на такие игры всегда большой. Ну, первые головоломки, именно то, что мы делали, это из фанеры маленькие мини-головоломки геометрического содержания. После чего начали вот трехмерные головоломки делать. Пришлось перерабатывать огромное количество литературы. Процесс создания головоломок довольно непростой. Над ними работает 3 человека. Главное – правильно рисовать чертеж и все продумать до последней детали. Сначала на листике в клеточку чертят чертежи, потом уже да, все переводится в вектор. Уже при помощи дизайнера, дальше уже думаем, как это делать. Чтобы решить такую головоломку, потребуется немало времени и терпения. Некоторые игры рассчитаны и на детей. Что-то более легкое, ну, для ребенка даже полезно, для развития непосредственно моторики рук. Сейчас в коллекции у Николая десятки различных головоломок и настольных игр. Многие из них эксклюзивны. 20 мини-головоломок, десяток 3D-головоломок. Абсолютно новое мы попробовали делать головоломки из акрила, из оргстекла. Они прозрачные. А такого в мире не делает никто. Только в Украине? Да, вот только я и придумал это делать. На достигнутом Николай останавливаться не собирается. В скором времени планирует разработать еще несколько головоломок. Евгения Ли, Константин Параскевич, ТВ5. Насыщенные цвета, сильная энергетика и бесконечный символизм. В галерее «Арт-Эль» открылась выставка художника из Армении Юрия Саакяна под названием «Женщина-мифология». Экспозиция раскрывает красоту в самых неожиданных образах. Подробнее Мария Маракелян. Продавщица книг, мечтательница, балерина, жемчужина. Многогранность женских образов стала главной темой выставки Юрия Саакяна. По профессии мужчина – экономист, но за последние 3 года сухие цифры в его жизни сменились яркими красками. Я вообще с детства любил рисовать. Во сколько я сам себе помню, там рисовал карикатуры всякие. Но после армии как-то, не знаю, не могу объяснить непонятным способом, я начал заниматься искусством. Для Юрия Саакяна это первая персональная выставка. В галерее художник представил 21 картину, но это лишь малая часть его работ. По словам Юрия, творческий процесс требует максимальной сосредоточенности и скрупулезности. Но сами образы чаще всего появляются спонтанно. Во сне там, я даже рисую мои сны, там, или, может, какие-то образы, или что-то почитаю, и вдруг там мне это вдохновили, или там слово, идея, не знаю, там всякое. В прямом смысле любой вещь или там природа. Мне может все вдохновлять, и там эти образы само собой появляются. Ну, потом я над ними поработаю, может, там символистику что-то делаю. Образы в его работах напоминают мифических персонажей. Двуглавые женщины, длинные витиеватые шеи и множество глаз, для которых, кажется, открыт весь мир. Человеческий облик в этих созданиях гармонично переплетается с природой. Художник как бы целенаправленно возвращается к первозданной культуре, потому что в реальной жизни не находит источника в реализме для своего вдохновения. И таким образом вот эта его подсознательная работа, она смыкается с очень известными старыми искусствоведческими направлениями, как постимпрессионизм, когда Гоген писал свои картины на острове Таити, как кубизм, основоположник Пабло Пикассо, как наивное искусство с Анри Руссо и Ника Пиросмани. В ближайшем будущем Юрий Саакян также планирует писать пейзажи. Тем более, что в Украине он уже нашел источники вдохновения. Природа мне нравится, интересно. Здесь там вода, у нас же там нет особых больших рек, все горы там. Мне наши горы вдохновляют, а здесь как-то эта вода как-то особенно влияет на меня. Оценить женские образы художников в галерее «Арт-Эль» запорожцы смогут до 21 мая. Мария Маракелян, Александр Гоц, ТВ5. Это была последняя информация этого выпуска. Уже в 19:00 не пропустите.
Игорным залом бой. Журналисты ТВ-5 совместно с полицией пресекли деятельность игорного заведения в Бородинском микрорайоне Запорожья. Служба с комфортом. В Мелитопольском районе открыли модульный городок для 23-го отдельного мотопехотного батальона. Казацкие традиции. Федерация «Спас» второй раз организовывает в Запорожье соревнования по борьбе на поясах. Мы можем его не замечать, но оно существует. Самое время открыть себе новые стороны нашего мира. Программа «Пятое измерение» на ТВ-5 сразу после выпуска новостей. Это была последняя информация в выпуске. Напоминаю, о новостях Запорожья и области вы всегда можете узнать на нашем сайте tv5.zp.ua. Если вы хотите поделиться с нами интересной информацией или видеоматериалами, рассказать о проблеме или высказать свое мнение, пишите главред@tv5.zp.ua. В студии работала Алена Матвеева. Увидимся.